Выпуск отечественных автомобилей возрос после двухлетнего спада продаж и производства. С начала года в Казахстане выпущено 3405 легковых, грузовых машин, а также автобусной и специальной техники. Это в 4 раза выше аналогичного показателя прошлого года. По данным Союза предприятий автомобильной отрасли страны, все чаще казахстанцы выбирают машины отечественной сборки. Каждый третий приобретаемый автомобиль – казахстанского производства. Ну, популярными марками остаются «Лада», «Киа», «Хюндай», «Шевроле» и «Джак». С прошлого года отечественный автопром выходит на экспортные рынки. Первые партии были отправлены в Китай, Туркменистан, Кыргызстан и Объединенные Арабские Эмираты. Заводу «Азиавто» удалось пробить эти барьеры и отправить на китайский рынок вот по итогам первого квартала 204 автомобиля. Потенциал продаж на период 2017 года по скромным оценкам составит 3500 единиц. Здесь возможна поправка в сторону увеличения.